Всем привет! Сегодня у нас с Димой предпоследний вечер, и мы решили этот вечер посвятить прогулке по Кемеру, ну и заодно заглянуть, может быть, в какой-то ресторанчик, как мы это делали в Алании. Я, конечно, рассчитываю на ресторан с каким-нибудь красивым видом. Нарядились с Димой, оделись подобающе. Дима в брюках, в кроссовках, ну, я тоже нарядилась, надела платье красиво. Надеюсь, мы что-то найдем, где сможем провести хорошо время. Ну, если нет, то просто прогуляемся по Кемеру и что-нибудь обязательно купим, какие-нибудь гостинцы, меняем деньги как раз-таки в предпоследний день, самое время этим заняться. Ждем автобус, поедем на автобусе, потому что такси дорого, нам и так на обратном пути придется добираться, скорее всего, на такси, потому что будем мы поздно. Не знаю, насколько видно, но все горы вдоль, просто все. Смотрели, выбирали, он в форме корабля, но там вообще тоже дорого. Памятник Ататюрку, мы его тоже видели. Куда идти, вообще не знаем. В Алании мы как бы уже знаю. Что? Дима, ты все идешь за мной. Хорошо, ну видна дымка, конечно. В Алании, Дим, я уже все знаю. Классно. Я обратил внимание, Дим, смотри. Нет, это не облако. Дима выбирает гостинцы, подарки, мыло, чай. В отеле. На пляже, на экскурсии. Заканчивается да? Улица. Она еще все выживает. Да, можем зайти. Зашли в парк. Идем в порт. А потом найдем какой-нибудь уютный ресторан. Мы даже Starbucks нашли. Мы не будем заходить. Хотя я не помню уже его вкус. Я помню вкус Старса, кофе, который у нас. Интересно было бы попить кофе и найти отличия, но не сегодня. Мы подошли к порту. Ну, сейчас, наверное, слишком темно.
Если бы с какой-нибудь высокой точки. Макдональдс, представляешь, что там столики, Дим, с видом на порт? А? Классно же. Надо зайти, просто снять. Забито, но мы нашли местечко и очень хорошее, с видом на порт. К сожалению, не все так ярко и светло видно, но все равно очень-очень атмосферно. Я прям рада. Произведение искусства. Я даже не знаю, как его есть, но это просто красота. Фонарь. Потрясающее заведение. С удовольствием поели. Идем сейчас пофотографируемся, поснимаем видео и бежим на автобус. Таким потрясающим видом мы прогулка у нас, как обычно, закончилась едой. Во всех отелях анимации, в нашем, наверное, тоже сегодня что-то. Но мы сегодня развлекли себя сами. Вот главный вход ресторана, в котором мы были, но мы, к сожалению, не здесь зашли, а здесь очень красивый вход. Тусовки везде. Так, теперь нам нужно бежать, успеть на Белмуж. Успели на автобус, просто бежали, летели, тут такая жара испарена, но мы все-таки успели. Да, едем на автобус. Приехали к нашему отелю, ура! Такое короткое видео у нас получилось, потому что и путешествие было тоже небольшое. Закончилось наше небольшое путешествие в Кеме. Не знаю, можно ли это назвать путешествием, но мы отдохнули, поели, посмотрели, прокатились. Пусть мало времени потратили, но зато отметились, поставили галочку, что были. И если бы мы не поехали, то потом бы вспоминали, ох, как жалко, что мы не съездили хотя бы на какое-то короткое время. Поэтому мы просто прогулялись по улицам Кемера. Там, по сути, конечно же, были только торговые улицы. Очень жарко, мы их еле прошли. Ну и поужинали мы в очень романтичном, красивом, интересном месте. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Может быть, кому-то будет полезен этот ресторанчик. Ну, на этом все. Мы ложимся спать. У нас уже 12 часов. Мы устали. Встаем мы с Димой рано, чтобы на море оказаться как можно дольше.
Ну и завтра у нас последний день, и, конечно же, хочется встать раньше, чтобы провести его максимально с пользой. Поэтому всем до следующего видео, всем пока!